На сегодня это финишный заезд снегохода «Буран» по снежной трассе. В лесном массиве Заречного полностью завершена укатка лыжни. Ее зареченцы уже успели оценить. Зимой Лидия Кришина несколько раз в неделю устраивает для себя тренировки на свежем воздухе. Через день, каждый день, как получается, стараюсь ходить, двигаться. Слава Богу, что у нас есть кому делать лыжню. Школа, детско-юношеская спортивная школа у нас занимается этим. Но старается делать все, чтобы люди, которые катаются на лыжах, было бы им удобно и хорошо. Спасибо им большое. Я просто очень благодарна. И многие люди, которые выходят на такую ухоженную, укатанную лыжню, они очень довольны и благодарны. Для удобства зареченцев лыжная трасса имеет участки разной протяженности. Причем кататься по лесу с комфортом можно до позднего вечера. Планируется, что освещение на лыжне будет работать до 21 часа. Настоящая лыжная трасса размечена 2, 3 и 5 километров. Мы приглашаем всех жителей города на лыжные прогулки по нашей лыжной трассе. Хотел бы обратиться к жителям города с тем, чтобы уважали труд тех людей, которые укладывают, укатывают лыжню. Потому что есть любители покататься на квадроциклах на данной лыжной трассе. Есть люди, которые выгуливают собак, проходят ногами по лыжне. Очень сложно тем людям, которые прокатывают лыжную трассу, потом восстанавливать ее. Те, у кого своих лыж нет, могут воспользоваться прокатом. Лыжная база уже открылась. К зимнему сезону здесь подготовлено 120 комплектов разных размеров. Пункт проката на лыжной базе работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 17 часов. Цены остались прошлогодние. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».